К другим новостям. 3 февраля на сцене Александринского театра состоялся спектакль-концерт «Вчера, сегодня, завтра», посвященный 40-летию Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Празднование 40-летия коллектива начались в 2017 году. Премьера новой версии балета «Русский Гамлет», североамериканский гастрольный тур, двухнедельные гастроли на исторической сцене Большого театра, спектакли в Пекине и Шанхае. И вот кульминация торжеств. Спектакль на сцене Александринского театра. Давайте посмотрим. Борис Эйфман – феномен, хореограф которого ненавидят циничные балетные критики и бесконечно обожает аудитория, пишет канадская газета Globe and Mail, точно определяя драматический конфликт, сопровождающий театр со времен его основания и по сей день. С первых постановок в 1977 году на сцене Ленинградского малого театра оперы и балета до последних спектаклей на сцене Александринского театра. Хореография Эйфмана – это всегда вызов академическому балету. Двууголосие под композицией группы Pink Floyd, «Идиот Достоевского» под музыку Чайковского, «Мой Иерусалим» в сопровождении техно. 40 лет открытия. Первый раз я с ним встретилась, когда приехала просматриваться как раз в этот театр. И помню, что я очень не хотела оставаться в Петербурге, мне хотелось танцевать где-то на Западе, в Европе. И Борис Яковлевич, он сказал, что я очень подхожу, но если я буду видеть ностальгию в твоих глазах, ты можешь уезжать. Я осталась, конечно. Меня очень подкупает и поражает каждый раз эта смысловая нагрузка его хореографии. Это не просто движение, это текст. Это то, что всегда поражало, я думаю, всех зрителей. Спектакль-концерт «Вчера, сегодня, завтра» собрал три поколения артистов Эйфмана. Молодые воспитанники Академии танца, солисты нынешней труппы и, конечно, те, кто стоял у истоков. Они приехали в Пермь. Вот я учился на втором курсе училища, вот, и мы все побежали на балет «Идиот». И вот я увидел, что можно танцевать с помощью классической лексики, с помощью танца, которую я учу. Я был такая экспериментальная такая лошадка, на которую он тренировался, можно сказать. Это по выходным дням. Он говорил: «Алик, что ты будешь делать в воскресенье? Ну зачем тебе воскресенье? Ну что тебе? Идем поработаем». Для меня эти 40 лет – это действительно скитание. Скитание по миру, скитание внутри себя в поиске стиля театра. Скитание по России в поисках артистов, которые должны работать в этом театре, потому что отбор очень качественный, очень такой придирчивый. И действительно так и получается, что когда мы приезжаем на гастроли, то в первую очередь поражаются артистами. Очень трудно удержать этот уровень профессиональный, эту востребованность, этот успех. Я начинаю рабочий день в 9 утра, заканчиваю в 11 вечера каждый день в течение многих-многих десятилетий. Я мечтаю о своем доме, потому что я мечтаю, чтобы те зрители, которые приходят нам во многих странах мира, чтобы они приезжали в Петербург. Мариинский театр – это дом Петипа. Большой театр – это дом Григоровича. Мы создали, не имея дома, мы создали дом балета Бориса Эйфмана. Это очень важный момент, потому что за последние десятилетия вот в России никто не смог создать именно свой дом-театр. И то, что сегодня есть такая вот линия от Петипа, Григорович и наш театр, это очень важная для нас линия развития российского балетного искусства. И мы, конечно, очень горды тем, что сегодня в мире так и считают. Честно говоря, мы очень горды тем, что можем Бориса Яковлевича и его театр поздравить с 40-летием.